Друзья, всем привет, с вами Любомир Борода. Это мой очередной влог. В прошлом влоге, в комментариях после влога, некоторые из вас написали про город Николаев. Типа, о, прикольный. А я вспомнил, что я о своем городе не делал вообще ни одного влога, хотя ездил по другим городам и про них рассказывал. Поэтому появилась идея сделать влог про Николаев. Я соберу немножечко материала и там через несколько выпусков вам его покажу. Сделаю это в формате уикенда, если вы приехали в Николаев, ну, куда сходить покушать и что посмотреть. Потому что многие николаевцы любят почему-то говорить, что этот город полнейшая дыра, а я покажу вам Николаев такой, каким люблю его видеть я, каким видят его мои друзья, мои гости, и, собственно, все должно быть очень даже интересно. Итак, что у нас по музыке? По музыке последнюю неделю я слушал телеграм-канал Стаса из группы Траблоц и кабели коллектива киевского. У него канал называется «Тусим под входом». Дам вам ссылочку. Просто зашел в телеграм, вы же знаете, туда можно накидывать музыку, а если вы включаете какую-то песню с телеграм-канала и не выключаете, то все, что есть на этом телеграм-канале, будет у вас воспроизводиться. Вот, таким образом я развлекался последние несколько дней. В плане просмотра фильмов, на фильмы все время не хватает времени, поэтому я не такой большой фанат, но если есть возможность вечерком отдохнуть и что-то посмотреть, мы смотрим что-то вместе с семьей. На сегодняшний день это сериал «Мажор». Вот. Ну и помимо кино и музыки, два последних вечера мы с супругой и с дочкой провели в театре. Вот, ходили на интересные представления, увлекательно, занимательно, культурно провели время. Очень нравится. Мы время от времени стараемся выбираться в театр. Жена у меня это дело очень любит и специально покупает заранее билеты. Сегодня воскресенье, я иду на работу. Вот. Кто работает в воскресенье, скажете вы? В воскресенье работают люди, которым нравится их работа. Вот. И в воскресенье у многих людей есть время на то, чтобы посетить магазины таких людей, как я. Вот, поэтому иду собирать опять коробочки. Я вам их показывал в прошлом влоге. Вот, сам загорелся этой идеей очень сильно. И стараюсь собирать различные комплектации, чтобы это было всем в кайф, чтобы это было нормально по цене, чтобы люди получали удовольствие. Несколько коробочек уже продал. Вот, еще закупил всякого разного ассортимента интересного. Сегодня еще буду получать ассортимент. Кружки свои выпустил новые, получил. Короче, все бурлит, все кипит. Хочется делать больше. До праздников времени осталось мало. Хочется всех удовлетворить, чтобы у всех были прекрасные, чтобы у всех была возможность купить прекрасные подарки для своих близких. Ну и сегодняшний влог я тоже посвящу небольшому обзору. Как я уже говорил, компания Cesar Hands выпустила масла для бороды. О них сегодня поговорим. Итак, друзья, я обещал поговорить сегодня с вами о продукте компании Cesar Hands. Не о куче продуктов компании Cesar Hands, а именно о маслах, которые они выпустили 5 декабря и презентовали их. Cesar Hands уже узнаваем за свои крутые упаковки, за свои классные картинки, за свои интересные, уникальные запахи. На косметику на это еще никто не жаловался, а она прям хорошо прорывается вперед, и мне достаточно, ну, и мне она нравится. Вот. И сегодня хочется поговорить именно о маслах. Масло номер один – это продукт от Cesar Hands, который уже выпущен давно. Его хорошо покупают, он идет в такой вот подарочной упаковке. Пахнет немножечко какой-то дыней и такой вот жвачкой из детства. Хорошая бутылка, очень хорошо продается, людям нравится. Ну, сами согласитесь, такую штуку подарить всегда приятно. На задней стороне коробки мы видим описание, из каких масел он состоит и какие витамины в него входят. Стоимость, кстати, такого масла 250 гривен всего. Вот. Теперь переходим к новинкам. Первая новинка, которую хочу вам представить, называется она «Бензин». Интересное название. Смотрите, какой крутейший дизайн. Что пишет про нее производитель? Что это ультраэнергосмесь из трех витаминных комплексов и трех уникальных масел. Собственно, опять же, здесь идет перечень, сзади, что входит в состав
масло классное. Хочу еще показать вам, что внутри. Первую не показал, решил остановиться на второй. Кстати, все коробочки вот тут вот заклеены фирменным таким как бы скотчем. Вот, когда вы его открываете, что вы видите? В общем, бутылочка выглядит вот таким образом. У нее есть пипеточка под крышечкой, и, собственно, мы можем брать несколько капель и ухаживать за нашей бородой. Вот. Рисунок самой коробки также находится на этикетке бутылки. Вот. Сзади вы видите логотип компании Scissor Hands. Ну, в общем, все очень красиво. Очень красиво, и прям такую коробку даже после использования не захочется выкидывать. Что мы видим еще внутри? Внутри в каждой коробке есть бонусы. Это коллекционный магнитик от компании Scissor Hands. Видите, здесь вот 20 номер. А Scissor Hands такие магнитики идут с каждой продукцией, и люди их коллекционируют. Также здесь есть вот такая вот инструкция, классно тоже оформлена. Вот, как применять и какие продукты есть еще в наличии. И фирменная наклеечка. Вот. Наклеек у Scissor Hands тоже куча всяких разных. Какие будут попадаться в каждой коробке, я даже не знаю. К нам в гости приходит босс. Сам производитель в комментариях в инстаграм-аккаунте написал то, что он вдохновился на такую этикетку после просмотра сериала «Острые козырьки». Собственно, что нам дает босс? То, что и борода будет сиять здоровьем, и кожа станет как у младенца. Стоит босс 300 гривен. Ну, внутри я уже показал, что находится просто другой магнитик и, соответственно, какая-нибудь другая наклеечка. Отличаются, опять же, все они запахами. Вот, все это можно подробно будет почитать на сайте у меня, я не буду вдаваться в подробности. Едем дальше. Vigor. Революционный продукт подобрали с 6 самых авторитетных масел. Масел 6 самых авторитетных, которые стимулируют рост бороды. То есть это уже как раз то масло, которое люди часто спрашивали, а есть ли что-то такое, что у меня вот плохо растет. Вот тут уже можно рекомендовать такой продукт, чтобы пробовать слабые участки, напитывать, и, возможно, у вас все будет получаться. Стоит 300 гривен. Вот, обращайтесь. Едем дальше. Panzer. Эталонное масло для защиты и фиксации. А, собственно, в этом масле уже есть еще и элемент фиксации. Если все масла просто напитывают, увлажняют, наполняют витаминами, то здесь есть еще элемент фиксации. То есть, можно так сказать, добавки некого бальзама. Да, уже вы можете заниматься укладкой с этим маслом. Стоимость данного масла 320 гривен. И последнее в линейке Voodoo, Scissor Hands Voodoo. Здесь производитель заявляет, что Voodoo очарует всех своим нежно-древесным ароматом, который дополнит композиции эксклюзивных масел из самых дальних уголков планеты. Собственно, Voodoo собран из эксклюзивных масел, которые редко встречаются в маслах для бороды. Поэтому Voodoo самый дорогой, стоит 350 гривен, и будет охрененным подарком вашему бородатому другу. Такой вот продукт от Scissor Hands. Мне понравилось это тем, то, что компания не просто выпустила там одно масло, да, как обычно, там выпустили один продукт, потом через какое-то время второй продукт, потом третий, а может быть перестали выпускать и заморочились на чем-то другом. А тут человек, ну как человек, хозяин бренда, вот, долго держал интригу, никому не говорил, я до последнего не знал, что будет. Все хожу и думаю, как интересно снять ролик про Николаев, главное ничего не забыть. Вот. И опять же, начинаешь задумываться о заведениях, которые есть в городе, и так ставить себе галочки, ага, надо будет показать это, показать то, потом что-то так список увеличивается, и начинаешь отсеивать те, которые не особо интересны. Вот. Но я думаю, ролик в итоге я сделаю интересный, даже не я, а мы вместе с Таней, потому что она мне будет в этом обязательно помогать. Будет помогать и со съемкой, и со сценарием данного ролика. И покажем мы именно те места, в которые сами ходим с удовольствием, и которые
любим показывать друзьям, которые к нам, когда они к нам приезжают. Вот мистер Шаверма вкусно говорит, как дома. А если дома мы не делаем шаверму, чтобы радостно начать рабочий день, зайду я, наверное, выпью кофейка. Есть местечко одно прикольное у нас в городе, которое, наверное, даже мало кто знает. Можно взять Long Black. Что там? Long Black – це типу як американо, але не подвійним еспресо. Якраз в чому суть? Більше рідини, води, бистріше смоктується кров. Так як два еспресо, воно і насичене, і, в принципі, там є об'єм 250 мл. І таке, щоб збиратися. Ну, хорошо. Нравится такое. Ближче до 14 по насиченности на раз и играю роль. Mm-hmm. Ну, взагалі, даже коли там 10-11, то десь 12-13 грамм где-то кажется, то вони десь дають таку насиченість. То есть остальные чаще экономят. Да. Потом ту вся штука, ну, если дома, то це підтурку в основному можуть. Потрібно підібрати правильний помол. Правильний помол, підтурку якраз він має бути дрібний. Mm-hmm. Тобто йде на еспресо. Вот у него как раз такие вот выглядят помыл. Uh-huh. На турку надо еще меньше. Uh-huh. То есть он должен быть как в пыль. Uh-huh. Тогда она должна круто завариться, для того, чтобы вы, когда выварили, у вас практически даже на гуще не осталось. Такой для машины можно, да? Кофемашина дома даже, если стоит, то да, вот такой помыл как раз. Да, можно для кофемашины. И так же самое я могу, тоже что, например, это вот кофемолка профессиональная, тут есть круг. Uh-huh. С помощью круга можно как раз настроить будь-який помыл. Можно под френч-пресс, под турку. И как раз там у нас много, кстати, замовляют, когда приходят, петурочку зарыв. Uh-huh. И, ну, и декілька постійних кажут, что очень круто. И я сам тоже люблю, в принципе, очень классно. Очень душевная кофейня. В Николаеве вот таких душевных кофеен не так много. Но это я, опять же, вам буду рассказывать в ролике, который будет про Николаев. Ну, тут просто шел по пути и зашел. И, кстати, это прям в самом центре города. Маленькое, уютненькое, с хорошими людьми. Все это очень душевно и качественно называется, как вы поняли, Flat White. Шампуньки, шампуньки, шампуньки. В общем, вам это уже не интересно. Все это есть в моем профиле Instagram. Вот, поэтому на этом заканчиваю наш влог. Обязательно подписывайтесь на канал, рекомендуйте друзьям, пишите комментарии, ставьте лайки. До новых встреч. Кстати, все вы, наверное, помните, вот сразу показываю кружку, выпустили мы новую кружку Adventure Waves. У нас есть такая футболка, вот теперь у нас есть такая кружка. А кружек, опять же, Limited Edition, всего лишь 50 штук, и, собственно, стоит она 190 гривен. Если я буду обматывать ручку паракордом, будет она стоить 210 гривен. А кружки вы любите, я знаю, это уже третья кружка, которая выпускается под брендом Любомир. Вот, не упустите возможности приобрести. А кружки мы еще никогда не повторяли, то есть мы выпустили первую кружку, 50 штук, она закончилась, все, они разъехались по всему миру, путешествуют, и люди довольны, что они попали в количество, ну, в то количество обладателей. Вот, потом мы выпустили кружку, сейчас я вам ее тоже покажу. Такая у нас была в коллаборации с Джонни Зигером. Тут у нас Джонни Зигер, тут у нас классный мотивирующий слоган. И здесь у нас еще есть горы. Вы можете у меня в Instagram посмотреть. Джонни Зигер идет на фоне гор. Кайфовая кружка. Их было всего 30 штук. Вот. Их было всего 30 штук. Они закончились. Мы их больше не перевыпускаем. Сейчас вот третья кружка вышла. Советую обратить внимание и по возможности приобрести.